Вітаю вас! З вами програма «Моя сім'я», де я, її ведуча Олена Красюк, шукаю рецепти щасливого та гармонійного сімейного життя. Сьогодні ми будемо говорити про те, як провести сімейний відпочинок з користю для кожного члена сім'ї. Звичайно, можна вирушити у далекі мандри, на море чи в гори. Однак незабутню відпустку можна влаштувати і в межах своєї області. Тим паче, що на Черкащині безліч мальовничих місць, які дають можливість наблизитися до природи, відчути благодатну енергію землі і взагалі почати по-новому дивитися на світ. Психолог Тетяна Колосова разом зі своєю командою однодумців вже 5 років поспіль займається організацією сімейного табору і дарує яскраві враження усім, хто приєднується до її проекту. Про незабутні сімейні канікули Тетяна погодилася розповісти і нам. Вітаю, Тетяна, вас в нашій студії. Здравствуйте, Елена. Мені дуже приємно, що ви пригласили мене, щоб розказати о нашем проєкті «Лагерь канікули душі». Тож, розкажіть нам докладніше, що це за проєкт, хто туди їздить і як взагалі відбуваються там події? Проєкт нами був організований 5 років тому. Називається він «Канікули душі». І це сімейний лагер, сімейно-психологічний лагер. Приїжджають туди в своєму більшості – це батьки і діти. Ну, также приезжают и люди без детей, которые хотят побывать в таком семейном пространстве. Вот. Лагерь необычный, то есть он отличается от тех лагерей и от тех представлений, которые у нас есть о лагерях, поскольку там используются активно мастер-классы творческие, используются психологические программы, работают профессиональные тренера, профессиональные психотерапевты. Поэтому программа нашего лагеря, она достаточно уникальная. Ми підготували сюжет, з якого ми побачимо, як же відбувається відпочинок в цьому таборі. Давайте подивимося. Приехали сюда первый раз. На самом деле мы сюда попали относительно случайно, но не зря. Мы тут встретили очень много людей интересных, научились понимать друг друга. Самое, наверное, главное, что мы отсюда увозим, это душевное спокойствие, что нам всем не хватает в этом мире активном. Кроме этого, увозим интересные методы, знания от отличных тренеров, от отличных людей, просто житейские советы. Все хорошо, жить в домике нравится, море рядом вот нравится, есть на природе нравится, играться с детками нравится. Дети моментально становятся очень самостоятельными, очень взрослыми. Подростки вообще живут своей жизнью, какой-то независимой от лагеря. Хотя наши бабушки не совсем понимают, что это мы затеяли, и куда-то мы поехали без цивилизации с детем. Вот. Но нам очень-очень нравится, и мы с удовольствием приедем сюда еще. Танцы резом закружусь, и птицей белой я вернусь, запою я песню о любви. Мне даже больше понравилось, чем ездить куда-то на море отдыхать. Жить в палатках. Время, которое проходит здесь, за это время набираешься впечатлений, ну, не знаю, 1 к 30. Вот неделя здесь, например, это 7 на 30 дней.
впечатлений в обычной жизни. Поэтому, если вы хотите удлинить свою жизнь, то это те мероприятия, которые стоит посещать для этого, для этой цели. И впечатлений, которые вы наберете здесь, хватит на очень длительное время. Звезды блещут над землею, тишина кругом, только песня нежно льется за рекой. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, лай-лай, ай-лай-лай, лай-лай, лай-лай, ай-яй-яй, лай-лай, 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 Щойно ми побачили, наскільки щасливими почуваються люди, які відпочивають в цьому таборі. Тетяна, розкажіть, будь ласка, які психологічні проблеми можна вирішити за допомогою такого відпочинку? Наші учасники, вони приїжджають в лагер. З одної сторони, це вирішити определені психологічні проблеми, з іншої сторони, це отримати психологические можливості. Це не тільки проблеми. Давайте спочатку розкажу о проблемах, які существуют и в семье, и они, приехав в лагерь, могут решить эти проблемы. То есть, как вы, наверное, обратили внимание, то, что сейчас происходит в нашем обществе, это наши родители достаточно заняты. Вот, уделяют очень много времени работе, да? Дети обучаются, и достаточно много времени уходит и энергии на обучение, на кружки. И, в общем-то, сейчас возникает большая проблема, это проблема качественного времени. Мы вроде бы как находимся вместе в семье, да, но при этом такого качественного времени, когда мы можем расслабиться, спокойно пообщаться, заняться каким-то творчеством, в обыденной жизни маловато, я бы сказала, как психолог практикующий. В основном это решение каких-то бытовых вопросов. И вот такой дефицит времени качественного, он приводит к определенным проблемам во взаимоотношениях. Поэтому первое, почему люди выбирают именно такой отдых, это прожить вместе качественное время. То есть там участники лишены бытовых проблем, да, и у них есть масса времени и возможностей для того, чтобы провести время вместе. Это и на тренингах, и на мастер-классах, и в определенных играх, и просто купаясь в Днепре, и, например, там, находясь у костра, да, когда вместе поем песни, когда вместе участвуем в конкурсах. Вот так вот проходит это время. Это первое. А второе, когда мы находимся в городе, у нас вырабатываются определенные привычки и правила, да? То есть мы заботимся о том, чтобы наши дети, они были аккуратными, чтобы был порядок. И во многом это где-то доходит, наверное, где-то до уровня, иногда даже до уровня невроза. Вот когда дети раньше воспитывались в селах, такой проблемы не было. Выпустил ребенка, как он там выглядит, да? То есть он свободный, он себе как бы в течение дня путешествует, вечером его родители встречают, моют и ложат спать. Да? Вот то, как мы проводили, наверное, многие раньше свое детство у бабушки и у дедушки. Да? Сейчас такой возможности нет. Также следующая тема — это тема общения. Мы привыкли общаться в определенном каком-то круге и не выходить за пределы этого круга. Да? То ли социального, то ли, скажем, это какой-то семейный круг. И наши контакты современного человека, они ограничены. Вот. И когда человек попадает в лагере находится приблизительно около 80-85 человек. Это разные люди с разных городов, разного социального статуса, и с ними необходимо общаться. То есть ребенок или тот участник, который взрослый приехал, он уже расширяет свои социальные контакты и свою способность к общению. Сейчас многие родители, они жалуются на то, что дети склонны к такой замкнутости, к избирательности, они боятся устанавливать где-то контакты.
вот, боятся выходить в широкую аудиторию. Вот в лагере это у них получается свободно, и они общаются, и таким образом они развивают свою способность общаться, которая пригодится в жизни. Тетяна, опишіть, будь ласка, розпорядок дня, одного дня в таборі, як він проходить? Значит, как начинается наш день? Он начинается достаточно рано, это обычно первые люди просыпаются в лагере 4-6 утра для того, чтобы встретить рассвет. То есть многие горожане они годами не встречали рассвет, и у них есть такая возможность встретить рассвет. Да? Потом, после того, как уже рассвет встретили, в лагере где-то в районе 7 часов проходит активная такая физическая программа. Да? То есть у нас в лагере в этом году будет йога. Вот. Это каждый год мы подбираем определенную физическую практику, физкультуру, да, для того, чтобы привести в порядок свое тело. Купаются, общаются. Потом в 8 утра у нас начинается завтрак. После завтрака мы собираемся на общий лагерный сбор. Обсуждается программа дня, проходит презентация всех тех программ и мастер-классов, которые должны пройти за сегодняшний день. Вот. И после того, как произошел общий сбор дня, и участники услышали презентацию, они выбирают, дети идут на детскую программу, а взрослые идут на трехчасовую психологическую программу. То есть идет в параллели два мероприятия, работает два тренера, и можно для себя выбрать, куда вы пойдете. То есть пойдете к одному тренеру или ко второму, в зависимости от вашей актуальности вашей темы и от вашей симпатии. Потом мы обедаем, отдыхаем, купаемся. Кто-то спит, кто-то там занимается своими делами. И приблизительно в районе 4 часов дня, 16:00, начинается творческая программа. Это творческие мастерские. Они собой представляют либо танцевальные мастерские, либо музыкальные, либо хедмей мастерские. Да? То есть это можно сделать под руководством мастера или тренера определенную какую-то вещь, поделку. Это и серьги своими руками, и броши. И, в общем-то, достаточно интересно и как бы познавательно освоить какое-то мастерство. На цьому наша програма добігла кінця. Я бажаю вам, щоб ваші відпустки завжди складалися якнайкраще і заряджали вас позитивом на цілий рік. До зустрічі!